Что касается Донбасса, там все гораздо сложнее. Но если будут предприняты попытки захвата стратегических объектов, я имею в виду электростанции прежде всего, то это, я думаю, неизбежно вызовет более серьезное осложнение. Я скажу больше. Вот если будет, например, сделано то, что уже пообещали представители штаба, например, отрежем поставки электроэнергии на ту сторону. Но с той стороны тоже электроэнергия поступает, в частности, в Мариуполь. Понимаете, если здесь отрежут, там отрежут на Мариуполь, чем это закончится? Это фактически блокадники помогут той стороне начать наступление. Или, скажем так, бунту в Мариуполе, чему угодно.